что мотивирует больше центристов, конструкторов или рефлекторов. Вот, потому что если вы мотивированы, то вы, вероятно, и сосредоточитесь лучше. Вот, значит, для центриста важна его социальная ответственность перед другими людьми. Вот, если он знает, что это важно для других людей, и он может кого-то таким образом подвести, то это будет его, или наоборот, кого-то таким образом спасти, и для него это будет важным мотиватором. Значит, для конструктора важным мотиватором является сложность задачи. То есть, если ту задачу, которую он решает, кажется ему достаточно интересной, вот, то это будет его мотивировать. Для рефлектора важно, чтобы это позволило ему реализовать его потенциал, его видение, вот, возможность представить это широкому кругу, чтобы получить отклик на свою работу.